Привет всем! Вы на канале StepTop. Каждый раз, когда покупаю что-то новенькое, то делюсь с вами своим мнением, впечатлением. То, что вы видите, я не пробовала, потому что купила буквально полчаса назад. Вернулась домой, распаковала сумку и решила заснять этот ролик. Ну а что мы видим? Мы видим шоколад. Шоколад трех сортов. Фирма Финкаре. Эта фирма предлагает свою продукцию только в Lidl. И в других супермаркетах Финкаре найти невозможно. Иногда они заводят новинки, предлагают и балуют своих потребителей чем-то новеньким. И вот на этот раз появилась новая продукция. Три сорта шоколада больше не было. Если бы было что-то новенькое еще, то закупила бы и показала вам. Но в этот раз купила три плитки шоколада. Шоколад молочный во всех трех. Срок годности до марта 2021 года. То есть ровно год можно хранить. Состав и энергетическая ценность указаны, как и везде. Вес 100 грамм, то есть обычная плитка, стандартная. Ну и расскажу, что за вкусы. Первая зеленая – это водка с лимоном. Вторая синяя – белый ром с кокосовым орехом. И третья – марк де шампань. Это шоколад со вкусом, с начинкой, со вкусом шампанского. Значит, в состав входит все-таки алкоголь. Желтым отмечено предупреждение, что алкоголь в состав входит. Поэтому шоколад все-таки не для детей, а для взрослых. Начинка составляет 40% плитки, а это очень много. То есть вкус действительно почувствовать и оценить. Можно опьянеть, я думаю, что нельзя, потому что начинка не жидкая, а твердая. Хотя бывают, что ликеры, бренди, ром в жидком состоянии внутри шоколадки. Цена одной шоколадки, плитки, 99 центов. Ну вот, ради того, чтобы попробовать новинку, я раскошелилась и решила купить, попробовать и узнать, что же это за продукт такой нам предлагают этой весной. Рассказывайте о своих впечатлениях, как часто вы покупаете десерты, конфеты, шоколад, какой шоколад предпочитаете, потому что здесь все три шоколадки, они молочные. Нравится ли вам горький шоколад, белый шоколад, хотя на самом деле белого шоколада не может быть, это просто маргарин с сахаром. Но что вы думаете о сортах шоколада? Нравится ли вам швейцарский, бельгийский, российский? Какие вы покупаете конфеты, если хотите чего-то сладкого? Ну вот такие покупки на сегодня. Такой короткий разговор. Увидимся, как всегда, завтра. И сладкой вам жизни. Пока!